от компании Ритек. Вот Ваньков Алексей Алексеевич вышел с предложением поздравить жителей города Жирновска с 55-й годовщины, это 7 сентября, и хотел бы вручить такой подарок. Первое, это выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия проезжей части улицы 35 лет Победы и прилегающих тротуаров. Ориентировочной стоимостью 7 миллионов рублей. Проектно-сметная документация у нас имеется, да, Юрий Владимирович, имеется. Мы посмотрели вчера с подрядчиком на место. Мы нашли им уже субподрядчик. Субподрядчик я предложил им Мамяна, Сидрака Аршалусовича, потому что там есть и качественный асфальт, и найдут они этот асфальт. А Михаил Борис Парфенов у нас занят на улице Ленина, на улице Смирнова. Это они будут обговаривать. Один момент. Следующий момент. Они хотят оказать содействие в обустройстве детских игровых площадок на 1 000 000 рублей. Мы проговорили вчера с Шевченко Александром Федоровичем, я предложил, у нас предложение по городскому парку культуры отдыха приобрести один аттракцион и обустроить там детскую игровую площадку, у нас там место есть, и на 1 600 000 это благоустройство некоторых территорий. Это клумбы, места отдыха, лавочки, там может быть беседка. Мы, поэтому, Денис Федорович, своей Ольге Степановне даешь задание, она смотрит в городе Жирновске, где у нас есть такие пустые места. Ирина Валерьевна, может быть, какие-то предложения внесете? Вот я предлагаю, например, два места посмотреть. Это у нас улица Матросова между ЗАГСом и Советской 36 и компанией Ритек. У нас там две пустых таких площадочки газона. Посмотреть, может быть, это одну сделать. Там, где у нас должна быть что? Лавочка любви или крылья любви? Крылья любви. И клумба, одно место. Дальше, сквер ветеранов. Здесь мы смотреть, может быть, парочку клумб. Может быть, лавочки, беседа, лавочки и светильники, да, оригинальные светильники. У нас есть архитектурное решение нашего дизайнера. Вот это мы предложим. Еще где-то посмотрите, потому что 1 600 000 это, ну, я думаю, где-то, ну, 4 места можно обустроить. Два мы уже проговорили, давай еще посмотреть. Посмотрите, как Денис Федорович. Значит, вот с таким предложением вышла компания «Ритек». Мы очень ей благодарны. Значит, нам на раскачку 3 дня на этой неделе мы должны внести предложение по... Сегодня мы по аттракциону, по детской площадке, парку и по нашим местам. 3 дня. Сегодня вторник, среда, четверг. Значит, в пятницу мы им должны предложение, чтобы они потом это осметили и свои возражения или согласия договорились, да?